приятно. Спасибо большое. Вы знаете, я очень, ну, наверняка знаете, очень люблю делать разные сюрпризы. Сегодня тоже хотелось бы сделать небольшой сюрприз, но для этого мне нужен помощник, мужчина. А можно вас? Кто-нибудь? Цветы покупал? Мне? А, это мне? Да, спасибо. Как вас зовут? Максим. Очень приятно, меня зовут Ярослав. Ладно, Максим, держи. На самом деле мы с Максимом сговорились, никакого сюрприза я не делаю, я делаю сюрприз Максиму. Максим, микрофон тебе. Да. На самом деле это действительно так. Ярослав, спасибо большое, что остается равнодушным. Я вообще из Петербурга, договаривались мы об этой истории там. У меня есть девушка моя, любимая, которая никак не хочет с собой остаться. Давайте будем